Шлюха, дай мотоцикл. Куча забытых знаний находится. Где, блядь, осадка, нахуй? Не писилось еще. Сейчас машина появится. Пока вы это, доедете, босса убьете, я пока пару минут отойду. Ну что ж, выдвигаемся. По машинам! Будем держать связь по радио! Брум-брум-брум. Звездочку я сел, короче, кто-то повозите меня. Сколько, два разрушителя надо было? Алло, привет всем. Привет.
Ты себе вывесь, пусть к тебе этот сядет. На баланс идеально. Постабилайт, короче, да. Тут чипка, это швырка? Да. А этот пульнешь потом со своей тачки под конец боя на пушку? Ну как, ты знаешь, кто зависит? Да, я сижу уже у себя. Я прожму там кнопку и катапульту нет. Окей. Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Стой! Берегитесь, к вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Ну что, гасим? Мы уже начали, блядь. Запускаю. Кого запускать? Да, ни хрена не прокнул. Я не попал или что? Я не знаю, что он вроде как запустил, но этот ни хрена он залетел на танк. Тупо получается, что вытянул с машины, да? Ну я не знаю, я целился как мог. Да он автоматом должен закинуть, хрена не знаю. Ладно, потом сделаю. На расстоянии надо было, да? Или погонять. Пошли кто-то, портанемся. А, блять, тут уёбки. Сейчас, короче. В центре портал, портанемся, сумнем ханта. Хант. Да ты летит, чё? Не, понтанешка, она сейчас с тобой будет. Хант, ты шаришь тактики все, да, на удар? Он же был на Зиге, нет? Ну, я не помню. У нас был какой-то Долвид Кукурск. И Хант у него, по-моему, был. Это другой. Кукурск это какой-то, блядь. Ты все всех знаешь? Ну, Хан. Пацаны, профессия такая, что все знают. Бля, где ебучий камень? Вот-вот, блядь. Где-то здесь, блядь.
Вот, нашел. Что там по времени? По какому времени? По московскому? Хотел говорить, положусь. Это, на робота идем из чего? Да бля, го эту. Там тримечка падает, охуенно. Откуда? С острокрылой? Ну конечно. Фастом идем. Да вы определитесь. Мы фастом идем на йога, слезы, а потом два этих босса убьем. Окей. А то нам с Трисией не терпится, блядь, лутануть две своих трини, блядь. Мы за ними ходим, сука. Сегодня две упадет. Упадут. Какие? На две штуки сразу. Ну, триня на стамину, на танк. Трисия, чё танк? Ну, какой-то, ну, собирает, или посланник, или чё там. Посланник вроде. Так, Седер, ты был в танке сейчас? Он в танке уже есть, 51 кхп. Давай в ретрика, слышишь? Чё? ХМ, конечно. Танки есть, 5 раз. Слышишь, а что тут ХМ? Давай... Да, ХМ, сердце убьём. В ретрика, Кирилл. Алло, слышит он? Нет, чё он там не слышит? Скажите кто-то в ретрика. Так, а чё хилы у нас? Эршам и Хопал. Норм. Ну так ты больше ты в ДК, ну ладно. Гуляй, короче. Чё, чек на пол. Появляется на 75% сердца, убиваем его. Всё, поехали, хуярим со всей силы. Дайте вам кулак. Хант, подойди ближе, дам истерик. А чё у меня твой дамаг не записывается? Хантовский. Нанесённый урон. У всех... А, блядь. Там дулевика. Убивайте, убивайте. Этого пидора убейте моба ебаного. Мобы справа идут, он обботает. Да и похуй. Убивайте искры жизни, они дамажат по рейду АУЕ. Вот искра еще, их всегда надо убивать, не дамажить дополнительно АУЕ. Паша. Паша. Да. Помнишь этого Андрея с разлития? Такой ход без полов. Ну? Повесился сегодня, блядь. Там? Да, дома у себя. Пиздец. Кася, а чё это? Да, блядь, баба какая-то конченая, ты понимал. Блядь, чувак вообще такой ржачный, блядь, веселый на. И вот, блядь, вот в чем же суть, блядь? Женя с метки выйдет. Да, какая-то проститутка, блядь, конченая. И пиздец. Мозг ебало, там, куда из дремя. Сейчас бы из-за жены повеситься, я хуй знает. Ну, это, блядь, ну, не знаю, ну, такой охуенный чувак, ну, добрый, блядь, такой был. Не, блядь, она, походу, забеременела, блядь, и этот, нахуй, с ума сошел, блядь.
и пиздец. Жестко. 27 лет, блять, ну нахуй я из-за какой-то бабы. Ой, блин. Много что ли шлю, блядь? Чьи малых что ли, блядь? Была бы нормальная мама, блядь, было бы мне все заебись. Кирилл, давай, протопал. Чисто отойду на 5 минут. Куда прыгать? Портал последний. Дайте кулак воина. Все ромбик зергаем. Ладно, сделаем эти чипки, вон они на канале. Че там, кошатница? Литофию ты только что прокукал. Самый первый босс. Индюха, да? Да. Покажи, в смысле прокукал, мы еще не били. А Литофия это самый первый босс. Машина это танковая. Да. Че там? Короче, когда танк бьешь от этого Левиафана, надо, чтобы у него ХП больше было, там надо все башни запускать, активировать. А ёб твою, ну как мы всё сейчас сделаем. Мне просто написано есть. Сделаем. И потом, если что, могу зайти на мага. Для кого-то надо. Не, ты протопал до конца, бля, не гони. Да? Ладно. Я соло буду что-то там еще. Э, ну там на йога, если пойдете там кстати. Ну бы какой Макгрегор там. Да он там в винду опять. Что за вино? А голова падает только с 25-ки, да? Кто? Голова. Ну, да. Ну это если все заебись у тебя. Ну нет, там проблемы какие-то еще. Если комп хороший. С диском. Да не, у меня там какие-то проблемы с диском. Так, бьем череп. Тебе надо кольцо морда. Там кидай ледяную ловушку налево. Под большого моба. Нормально, череп, поверьте пока. Бейте череп. Да ты ж там пишешь, жмот. Хант ледяную ловушку под большого моба. Поздно. Ваш бибер. Тверка вообще. Чё он забрал? Трися, бахни кулак варп. Ты перести кулаки бах. Дай. Чё он там забрал? Чё за хуйня? Да кольцо я до посланника думал забрать, он пишет, один пал в жмоты, блядь, но он про кольцо ему отдал. Нет, не надо, он тут дай не дал. О! Специальное приполучение. Не надо, нахуй. Думал, боешка, блядь. Если ресет будет падать, давайте мне. Да не в десятки почти не падает. Ну не скажи, Би. Там еще какие-то есть шеи. А, она попала, не знаю, не собирал.
Там от сетовских бонусов зависит от статов, меткости, редкости всякое. Так, чё там, ХМ фас там, йоти, Кирилл, танчишь большого и среднего, я маленького, потом среднего заберу с тебя, диспельсия. Стоп, большого и среднего? Большого и среднего, да, рослого и великого. Даже кто-то мне тут пизду кидает, на которого диспелить себя. Ну большой самый, рослый и великосочный, а я низкорослого, карлика. Залупа. Так, ну давайте 10 секунд жри. Маленького, блять, карлика, рослого и великого бьем. По такой очередности, по ступеньке, прям по лестнице. Блять, я заберу с тебя рослого потом. А ты великого танчи. Ну все, чекну. Все, среднерослого и рослого, понял, бля. Все, погнали, ебаш. Все низкорослые. Да, слева буду где-нибудь. Карлика ебаши. Первый сбит, второй не знает, кто собьет. Бит и сами. Не сбили нихуя, ГЦ, просто чипки. Второй сбил. Способ выведи синие лужи. Да, выведи их синие лужи. Там тебе пизды дадут. Ну-ка, это они тоже, получается, дамаги увеличивают, да? Не знаю, может и нет. Давайте. Увеличивается вон на среднем. И все. Ты баш. Сейчас я подведу морден, чтобы бить. Не, это после смерти баф такой. После смерти первого. Бейте там эти фляги такие. Для ачивы. Тоже, не забывайте. А, разбежали. Сейчас зеленая будет. Разбежались быстро. Ушли слуш. Ушли, ушли, ушли. В зелененькую, в синенькую иди. Давайте, добивайте этого пидора. Все, давайте великого ебашим. Великого ближе подведи. Че, гел или где гел дадим? Ебать, большой кубок. Давайте так бейте, нахуй, без гела. Наверное, на руках дадим гера. Пусть знает. Или на кошатнице, нахуй. Надо ее же сделать. Перерос. Давайте на руках сделаем перекати обломок. Да, это что, это только руки хуяли, а, да? Там, да, только руки. Давайте, похуй. Ебан ты, дух, чё я сдох? Ну, хочется. Ты баф стал. Ты снял и баф? Ну, там надо будет баф прочитать, он убивает через какое-то время. Ну, да, когда заканчивается, он убивает, получается. Да? Я думаю, блядь, что диспелил. Там другой баф на тебя надо читать. Я видел, что большой тер был. Он должен, блядь, в принципе, обновляться, я только хуй знает как. Вроде обновлялся в прошлый раз. Побежали. Так, что тут говорить, обломок. Ну, короче, это такая хуйня. Не знаю, если мы будем падать, то пиздец будет. Ну, руки бить, в принципе, там не должно танков ложить. Первый начну я, потом Седер. Будете бить все правую, потом левую. И так, как они резнутся, опять правую, потом левую. Правая, это которая, когда вы на босса смотрите, слева.
Она подписана, правая рука. Левая, это которая вы на босса, когда смотрите, справа. Дайте рыба, пожалуйста. А эти вот кружки с инвента, они же идут на там на чиву, да? На ДФБ. Ох, какие? Сапоги или что там? Кружки три не такие, на стамине. А, кружки, хуй знает. Но они бесполезны, они говно полное. Я же стам. Ну, дайте пристабаф, или я не натурал. Это мы знали. Все, чек на пул. Смотрите, уяснили, вот эта вот рука, где звезда, да, вот это правая, блядь. Вот это вот, где квадрат, это левая. Нужно сначала, где звезда разбить, а потом где квадрат, блядь. И как потом они появятся, повторить. Босса в туловище никто никогда не бьет. Вообще никогда, ни зачем, ни почему. Чек на пул. Появляются обломки, их надо расхуяривать, и все, пиздец. Босса вообще нельзя трогать. Все, я побежал, Седер, побежали. Давай, забирай. Ебашьте звезду быстрее. Теперь квадрат выбрали, ебашьте. Зауешьте обломки эти. Смотри, хруст как с него быстро пошел, да? Все, ничего не это самое, босса не трогаем. Появится слева рука, где звездочка была, где у него сейчас плечо висит. Сразу ее надо распаялить. Приготовьтесь, скоро появится. 10 секунд. Хуярим руку сильно. Так, что у тебя там? Места не было, пока стой. И башим. Так, ревность. Заберу. Пока что. Давайте другую руку. Все, обломки бьем. А сколько надо на ачиву? Еще две, да, или одно? Одно, по-моему, еще. Ну вот, сейчас босса не трогайте никто. Появится рука, где плечо у него висит, такое наплечник. Сразу разобьем руку, а потом добьем босса вроде. А, и осколки добьем, и тогда можно босса добить вроде так. Нет, там главное, чтобы они появились. Осколк? Да, там просто главное, чтобы 25 штук появилось с собой, все. Давайте руку сильнее. А чё тресник у Аури не стоит, блядь? Обломки завешьте. Чё, есть ещё? Да, сделали. Для их две я сделал. Так вот. О, блядь, ну танка меч, да? Ну, а босс у меня такой. Ну, хоть какой будет. Тут для топов нет варианта, какой будет, типа. Смотрите, сныкайтесь вот сюда, вот где этот кувшин стоит, нахуй. Спрячьтесь за стенку. Под мордой боссов не стойте, они бьют молниями перед собой. Ну, подожди, ты второго дня. Подбейте того, у кого больше хп. Переключите. О, басиха идет, чек на пул сразу с тупа. Делаем кашетницу? Да, просто сейчас под ростом изерганем. Ну-ка, готовы все? Зерганус надо ее. Ты держишь две кошки до конца, и мы просто зергаем эту дуру. Иди спускайся, держи кошек, а я держу здесь. Сука, иди сюда. Мразь. Сейчас подниму, дойдем Геру. Сейчас подниму.
Где мне держать? Да, внизу стоит. Можно стоять? Ебашим. Давай, Геру. Морден, когда скажу, я с берсерка нажмешь и собьешь зуботычный кап. Давайте зерберем фигуру. Хильте протопало. Ревностный будет, скажешь. Хорошо. Да по сути запинулось. Че на блядь срывается? Морден, жми ярость берсеркой прямо сейчас. И готовься нажимать зуботычу. Не нажал. Нажимай зуботычу. Красава. Не могу. Красава, пацан. Пошли ходера быстро. Только на сугробы не наступаем. Ты же наступаем знаешь. На все сугробы. Что ты пасешь невозможное. А не, а пусть дома. Смотри, какие тапки у него, вот эти наколенники охуенные у моба, вот этого, блядь. Я себе такие же хочу, блядь, решетку надо. Будешь полезнее? Да не, не в жизни, на персов, на. Прикинь, блядь, просто этот ДК-танк такой, нифига. Не с обоссанным Т-10, блядь, чё там. Просто решетки такие на ногах, нахуй, весь в решетках, сука. Ну, в 25-ке осталось мне сделать железных дворфов и пожарного, блядь. Пожарный у меня есть. Два здесь в ритах-то, да, Слава? Да. Красавчики, танчите сами эту хуйню себе. Вот мобы, Ивана. Ивана Тлудиарина. Гей, сука. Ебашьте, как хотите, нахуй. Знаете, как, блядь, на БК называли щит с Иллидана, который с шипами такой? Дверь от холодильника, блядь. Пухи, да, 232 можно. Похуй, откуда даже с этого можно. Катушку с залов можно. Че, реально? А, на льду-то да. Ну, что-то по статам посмотрел, хуйня там. Не, на без... Че ты говоришь? Мы там говорили, с на льду залов можно шмот. Ну да. Ну я в бислистах нету их, нахуй, этих шмоток. Ну она у него лучше статы. А ты можешь мне бислист скинуть кому-то на ретик или на прокопало там? Это надо его составлять, блядь. Ну есть составленные, но я ебал не листы, блядь. Я ж себе меткость собирал на ДК. Я 315 собираю. А как это его составить, бислист, блядь? Берешь атмос лут, смотришь шмотки, считаешь, складываешь и все. Я думал, какие-то круги там есть специальные. Не, надо просто знать, что ты хочешь. Вот хочешь ты, допустим, фулл стамина, берешь и смотришь по атмосфере фулл стамина. Хочешь там меткость собрать, чтобы все четко было, тогда собирай. Гайды, блядь. Как звезда сейчас идем, блядь, вот здесь вот, в стену, нахуй. Прям лежите ее, блядь. Не надо в сугроб вот этот наступать. Вот, смотрите, красавчик. Лизнул холодный прилив. Язык оставил, да? Да. Сейчас пацаны отмерзнут, блядь. Я секунду отойду, Слава. Тут, короче, вообще изи. Либо прыгать, либо бегать без остановки надо будет. И после каждой заморозки разбивать эти глыбы. Там мобы нам помогают, бафы дают. Будет вот такая вот метка, из нее надо будет выбежать, как звезда, вот так вот, недалеко 5 метров, и потом забежать, когда сугроб упадет сверху. Но не отбегайте на 20 метров, потому что не успеете добежать, и не стойте близко вот так на краю, потому что вас откинет, и вы не успеете добежать. Кирилл тут. Блять, Мишка-танк, сука. Чё я взрываюсь, блять, без остановки? Ну шо там?
Кирилл. Бля, а чё такой маленький? Есть рослый, а ты недорослый. Недомерок, да? О, 180 лет света. Ужасе, ты что такое ты называешь? Ничего, травы на шамане лежит. 150 языка спида. О, учитель, принимай. Ну чё, она, погнали нахуй. Не башим этого пидора, давай. Ёбаный в рот. Надо не проебать, где мы себя бахнешь. Кто ваншотнет меня, блядь? Вы кто такие? Вы куда? Мы в МГ-10. Беги, малышка, беги! Вышли, звезда, как звезда, вот так, и забежали. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Отдал визибли, смотри, не фэси. Смотри на его баф. Ледяные дуновения. Физический урон снижен на 70, но атаки наносит 31 тысяча от маги льда. Наполнитель на все противники получает 4 тысячи урона от маги льда в течение 2 секунд. Фэси. Беги, малышка, беги! Давайте. Подбежали поближе. Забежали. Перстень зимы, бля. Оно же. Какой у меня щит? Цвет-то какой-то уебищный. Именно уебищный. Ну, какой-то уебищный. Пошли, ебашим Тарим. Я с пятницей забыл. Нет. Вот, забери. Кто поменяет щит на буешное кольцо? Парни, во сколько сегодня что-то интересное будет? Бульдуар. Да нет, пиши. Да, 19. Но я просто не зашел еще. Какой нападь бульду? Я вчера просто в ЦЛК уснул, короче, пока трэш били. Я тоже уснул, короче, на крединым пошли, я что-то прыгал, уснул. Просыпаюсь, они уже на синдром идут, меня кикают, я как раз проснулся. Все это бежит двух боссов там. Нормально и поспал, и типа получил. Высшие силы тебя разбудили, короче. Тихо, гоблин. Нахуй надо сделать этот обмен. О, блин. Щит, офигенный щит, ты чё? Блять, носи его. На холли пала он вроде, да? Да. Сань, тебе надо? Парни, никто из Украины не продает монитор 23-дюймовый. Очень надо. На Авито посмотри. Да, я смотрел, там дорого. В Польшу съезди, купи. В Канаду.
Короче, в комнату пойдем. Давайте пидоров этих убьем. Че делали? Видали, как я, бля, хуярю? Хэ. Чуть не делать хэ, это хэ. Типа это просто зеркало, что? Хэ, да, это просто. Да тут все просто зеркало. Короче, в комнате остаются Хан, Вар. Вот здесь на арене. Пока того моба не бейте. Со мной пойдут этот Алпич, Сова, Мак. И... А я не мог помнить, что расскажешь, что делать? Ты кто? Мак. На арене просто ебашишь мобов и все. Все, пошли. Алпич, Сова, Мак в комнату и Эршам. Три сия на арене оставалось. Пошли за звездой. Эршам, беги, блядь, быстрее. Дверь закроется сейчас. Где ты? Да в десятке там не надо хила. Ебать, я чуть не обрезала нахуй. Сука. А, Трисия, кстати, не с нами, пацаны. Где Трисия? Хуй его знает. Комнату пошел. Да ну нахуй, не гони, блядь. Я его не вижу здесь. А Трисии вообще нету нахуй. Трисия вообще не зашел. Она че, классно здесь не будет. Его нету на арене. Я топ. Трисии вообще нигде нету нахуй. Ну короче, соло хилишь. На арене живите нахуй, слышишь? Этот, Седер, хилишь на арене. Да все, сейчас я выживу. Кто там? Буду типка, слышишь? Хилик на арене, слышишь? Только не врывайтесь, сильно. Давайте блядь, налево отошли, блядь, чё вы стоите сейчас? Хан, ты тупой? Зачем ты тебе сказали, нет хила? Тихо. Как это, никто не падайте больше. Когда спустимся, сейчас хм запустим. Applebox реснишь ханта. Хуазик бессмертный. Лежить мертвый. Ирония, бля. Быстрее. Не врывайтесь к ним, куда, блядь. Там самое опасное, это защитник. Остальные эпох. Бежим быстрее, бегите, короче, сейчас на спринтах, прыгайте сразу вниз, Applebox прыгай и сразу резай ханта. Дадете по нему фулл баф. Не подождали, как гады. Шевелите поршнями. Прыгайте все. Чё, насасывайся. Я последний прыгну, резайте. Резай ханта за хил, фулл баф. Прыгайте. Так, сейчас моб есть. Убейте этих мобов, которые есть, убейте их. Сильнее мобов расхуять. Пою! Суп! Меня тоже! Вставалку юзы. А чё ты, блядь, призрак? Да. Суд большого ума. Да, падай. Хуярьте, попробуем так. У нас ни хила, ни геры. Да похую. Давайте, бейте. Алпич. Давай гид на хп. Да, нахуй. Давай, я тебя хилю, блядь. Мы попали сейчас, мне маной нахуй кончается. Давай. Ебать, на туре хм. Ебашьте. Ну, типка на хп. Нихуя себе, ты сдох нахуй. Ты... Танчи. Ты где, Кирилл? Блять, не могу забрать его. А, пусть Морден танчит, хили его нахуй. Ебашьте этого пидора. Выживайте как можете. Давай ШВ, глухая оборона. Блок, щитом, Морден, смотри, нехай красава. Ебашьте, блять. 20% убили уже с ним. Хуярьте босса, блять. Давайте за хил. Когда? Вот, Седер забери. Где он, блядь? Седер забери. Все. Да, блять, не выходит там. Все, добивайте, он багнулся просто этот. Кто он называется? Таргет, ну. Все, хуярьте этого пидора. Блять, без танков, без хилов нормально убивается. ХМ, блядь. Ой, сука, блядь, это пиздец.
Видео есть, нахуй? Ну да. Залей потом, бля. О, бисовая триня, не зря мы остались. Только в случае такого убийства дается триня, блядь. На, блядь, на... На фурика, слышишь, Вардед, если собирать будешь... На фурика бисовый перезвон, блядь. Пошли дальше. Трися, ты... Допьепе, блядь. Трися, допьепе. Где ты был, блядь? Бегал, нахуй. Сука. Трися, блядь. А я не увидел, нихуя никто ничего не сказал. Мы без тебя, блядь, хэм сделали, сука. Без шамана, почти. Блядь, вы убили... Убили без хилов, блядь. Холи пал отошел, блядь, Ршам упал, блядь. Ебашь. Есть просто пал и воин, блядь. Сендер, врывайся в этих дураков и вытянул. Дай каски бафу, блядь, чувак. Сука, это, блядь, пиздец. Блядь, росло. Нихуя себе! Нихуя себе! А чё оно редко стало падать, да? Всё, оно вообще не падает. А вот ещё вино, хорош. Да. Раньше его как говна было, оно было раньше его качаться. Когда раньше 50 голды стоило. Не знаю, при мне такого не было, что стоило, блядь, я 3 года играю, но, блядь, ни разу за школу падало адекватно, блядь. Нахуй я даже ни разу этот квест не делал, блядь. О, пуха. Красивенькая. Такая. Ну да. О, кинжал. Весь ее нам везет, да? Что-то вообще странно. Давайте без смелти сделаем. Посреди босс. О, это ж пуешка. О, моя. Блядь, я расплитнул. Давайте вот этих боковых. Помню, блядь, нужно тоже без смерти. Острокрылую, Фрею, Мимирона, Генерала, Вексаса, Йога, блядь. Сейчас, Слава, секунду, 30 секунд отойду. Окно закрою, тут, блядь, сквозит. Всегда прохладно. На улице жарим, блин, дома холодно. Сейчас проститутка отойдет, рослая, блядь. С резервингом то надо трясти его в ДД. Да? Так, уходит. Давайте к черри приготовьтесь. Ебашь. Сука, они хилят, что ли? Они стаки ему дают. Их можно не спарить. Давай пойдем, чтобы удобно было здесь бить. Да. Трися, а есть у тебя ДД? Ветри. Я не упаду. Ну давай, спекайся. Седдер тут? Да, да. Блядь, тут ведут мобов нахуй. Ну там бывает откидывает его нагрится. Мне что, спекаться в ДД или что? Да, в ДД. Сейчас зерганем эту дуру. Ростом тупо. Спекайся пока. Отойдите, пока не сагрите. Осторожно, дети. Блять, не сагри. Спекайся. Одевай шмот. Так, пожри что-то. Пойди сейчас баф, да. Дал город, сейчас должны зергануть, нахуй. Город. Там минус хил в приоритете, вешай хан. Да, сильный вот этот. Ну, как срез на 50%. Все, чек на пул. Сейчас мы эту дуру ебанем.
Геру как поставлю, как милики начнут бурсты прожимать, тогда дадим через 5 секунд. Давай, начинаем. Истерики дашь кому-нибудь? Ханту, да. Давай, Геру. Босса сил. Сильнее босса. Блядь. Сейчас повзрываются, мы сдохнем. Косарь стал. Так. Ну дутик как на хп. По ситуации алкач. Все добили, нахуй. Ебану. Я один хилил. 20к ебанул, ты квест, блядь. Ты один хилил. Благодарю вас, герой. Ну да, я один хилил. Суки. Рецептик. 20к дал, не поэтому. А ты просто хуярил, блядь, освещениями всякими, в мобов, которых не надо хуярить. Там, да. Я представляю, сколько там более било по этим. Что, я вообще ничего не выиграл? А, нет. Как выпало всего? Предпоследний портал. Не спускаемся. Так, чё же тут, блядь? Да изи мод, нахуй. Давайте над мозг сделаем, наконец-таки. Чё, давайте минами? Да, это эти вафельная мина. Кирилл, тебе такая штука надо? Давай. Короче, Трисия такая есть. Обратно. Танк или не надо? Не, не надо. Ты уж ебашь. Мины похлопаешь. У бабли. Не бейте это сейчас, ауешку. Можно и этого сделать, союзника. У меня нет. Дику магию себе заберу. Сейчас проверим бой, чтоб не багалось, если что, распустимся или как-то, блядь, скинем бой нахуй. Так все равно изи мод делаем. Изи мод, да. Ну вообще да, мы не должны, по сути это будет. Ладно, есть бой? Есть, да. Есть. На кладбище встречаемся. Включились, суки, ладно, пойду я. А чё, над мозг попробуем, да? Ну, над мозг это чё, это там мины вот эти, да? Угу. Мне ж надо этого моба убить ракетой. Ну, это надо будет ему стан дать, короче. Ну, я не знаю, попробую завести. Это когда, на последней фазе надо? Да, на последнюю, его в этот в ракету затянуть. Так его нету на первой фазе. Ну, это да. А Ретрик с этим справится? ХЗ, если прохилит Ретрика, то он, в принципе, может завести. Ну, пожарный, потому что... Почему мы не пожарного делаем? Скажите, пожалуйста. Да, став плохой. Я дал нет. Давай пати, блядь. Суть, где вы, ёбаный в рот.
с кровообожжения. Блять, Трисия, молимся Богу Йоксарону, блять, чтобы он сегодня нам 2-3 не выбил, блять. И топор, сука. Просто, блять, и прикинь, упадет, и мы никогда в эту льду десятку не пойдем, нахуй. Не-не-не, надо еще потом будет ёба бессмертия убить. А, ну тогда мне же Мишку еще надо, мне же придется второй раз эту три не выбивать, сука. Ну тогда... Надо всегда ходить десятку каждый КД, это ж прикольно. Ну да, круто. Прикинь Мишкой нахуй, я вас всех буду заставлять на хантов, заходить на рок нахуй. Ну-ну. Будьте на пул, давай. Ставь офф, не хант. На посланника надо состав какой-то собирать. Да ФБ вроде там есть, как бы желающий. Сука, вот две шмотки тут там хватает. Блять. Так, теперь боя ни у кого нет, красавчики. Даю горд. Чек на пол. Блять, закрыл обзор. Это вам вот эта печать Лейна нужна, что ли? Ну, какая-то хуйня. Сейчас секунду 15 этот релок. У меня табличка пропала, блядь, с метками нахрен. Крестик нажал случайно. Как включить, хуй знает. Печать короля Лейна, да. Не упрожимал. 20 секунд, блядь, на алголоне про товаром. Вот эту хуйню 20 я, раз? Не 20. Сколько у него там? 2 минуты КД? Чек на пол. Да, 2. Отжимался 20 раз. Че у тебя там, ты готов? Не попадите в минуту. Да. Да пусть мирики не бьют. Сейчас точно. Морден, ты мины не взорвешь? Вокруг босса раскидываются такие седры. Давай быстрее, где ты там стоишь. Да пусть не стоят, вообще не бьют, мы сами убьем. Он за стеной просто стоит. Блядь, Кирилл, прием. Да не за стеной уже, ворота штук закрывают. А странно говорить. Кто все тут? Принимаю. А что там как взрывать там, кстати? Как? Бабл нажимаешь и по ним бежишь по кругу. Давайте приготовим. Да. Зергом этот пидор. Осторожно, милики, вокруг появятся эти самые. Морден, блядь, так не отходи, ты прям вот... Сейчас надо было бежать, да? Ну вот они, мины вокруг, видишь, такие маленькие красненькие. Я вижу, блядь, только я эти крылья прожал, не могу баловать. Ну как бы не... Сейчас потом могу даже откатиться. Все, не надо их, не трогайте сейчас, просто не подходите. Взорвали уже? Нет, еще не взорвали. Все, не подходите просто к минам и все. На последней фазе тоже такие появятся, просто... Ну, сейчас я могу взорвать? Да нахуй, они, сука, сами отрезают. Он там уже трясся, нормально делает. Они исчезают, зачем потратил всю бабу? Да. Эти бурсты сейчас в этого питали. Так, сейчас дам мастерею кукурузнику. Че, с КДБ неправильно работает? Першам, сдохнуть от обстрела хочешь? Подходи ближе к кругу. ДПС плюс большой, должны перевести. Бараш называется. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейший.
Сейчас появится голова Мирона. Вон она появилась, хуярьте ее уже. Блять, пока он пиздит, там его голову уже унесут. 50% настреляли, пока он типа должен был начать фазу. Три уже убили, один моб вылезет, наверное. Ебан. Ну все, сейчас этот дурак соберется, дадим Геру и убьем. Гани коня быстрее пиздит, короче, чем он говорит. Там сейчас на мины, только не нарвитесь. Да, сейчас осторожно мины не взрывите, чтобы ачивку не запороть. Стойте в этом кругу, нахуй, вы убьете, блядь. Только не выходи, Морден, как так выходишь, прям в боссе стой. Давай, Геру, ебаш. Маги, сова, переключайтесь в ту часть, которая имеет больше хп. Ебашьте. Не взорвите минуту, не дрыгайте с них. Выйди с метки, кто-то. Тело, давайте убивать, зергайте тело. Все, заебись, короче. Гемерод лежит так. Я хотел инженерное дело. Пошли в Изакса.